Здравствуйте, с вами снова Лиходей 09, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Ultra Custom Night, и мы продолжаем заниматься челленджами. Я не знаю, какой сегодня челлендж мы пройдем, но перед тем, как мы начнем, хочу вам сказать то, что я, конечно же, сейчас снимаю видео на заранее, я скоро уезжаю там в другой город, поэтому, возможно, если я не успею нормально видео заснять, то 2 или 3 дня видео не будет, ну, потому что я там уезжаю на 4 дня, а видео там записывать не получится. Ну, вы поняли, короче, там 2 или 3 дня, вдруг я не успею видео заснять и все такое. Подожди, а Enda02 разве был раньше здесь? Я не помню, что. Ладно. Давайте, Play Attention мы прошли в прошлом видео. Play Attention 2, может. Фредди в космосе 2, счастье. Давайте, не знаю, Крипи Краулес, о господи. XO, я вспомнил, что это за челлендж. Да, рандомный челлендж. Ну, давайте, в общем-то, рандомный челлендж. Короче, вот эта вот херовина будет постоянно появляться и на рандом. Не важно то, что она на единицу. Она как будто на 20. Кого ты мне подсунула? Вот самое главное, то, что ты не знаешь, кого она тебе. Таракаш. У меня таракаш. Вентиляция. Так, здесь никого. В 2 часа заглянуть, окей. А ты-то еще кто? Можешь сказать, пожалуйста? Кто ты такая вообще? Вот что это только что был за кролик розовый? Ладно, давайте не будем заниматься челленджами, а посмотрим, что вообще делают аниматроники, которые нам больше всего интересны. Вот, к примеру, что ты делаешь? Дженджел, он ходит, осматривая офис всю ночь. В некотором времени. Нихера себе. Так, ладно. Покажи свою мощь. Что мне с ним делать? Не, реально, что мне с тобой делать? Z нажимать? Нет, это фонарь. X. А реально, что он делает это? Яр, you win some, you lose some. Ещё, блин. Ну конечно же, тварь. Огурчики. Окей. Огурчики так огурчики. Я даже не стал читать, что они там делают. Вау! Блин, ну этот вентилятор мне был очень полезен. Ну извините. Блин, огурчики, ну зачем вы так? Ну бедный мой вентилятор, он ведь мне так сильно был нужен. А чё мне мешает просто их не есть, а? Вот такой вот вопрос. Вот, кстати, давай вентиляция. Так, починим вентиляцию. То есть сейчас соберем 10. Так, вот все. Чё там? 3 числа, понятно. Вас нельзя удалить. Ну и ладно. Вот я хочу этого попробовать победить. Я-то так-то немного понимаю, что он делает. Но вот с ним
сражаться. То есть, получается, нам нужно на элеватор против вот кам и floor 0, the basement. Во, нам сюда надо. Как тут фонариком? Вход он. Ага, понятно. Упс, я не буду светить. Я знаю, ты на меня нападешь, если я посвечу. Я могу тебя удалить, кстати. Но если я на него посвечу, он меня убьет. О, вот. Давай ради прикольчика посветим. Здорово, мужик. Здорово, мужичок. Так, давайте всех на ноль. И... Вот, Китти, мне вот ты нравишься, поэтому я тебя поставлю. Ща посмотрим, что он умеет. Китти, эй, hello, Китти. Hello, kids. Так, столько, вот где она находится? Но он не здесь. Вот он на каком-то из этажей. Если это он, конечно. Странно. Даже мог пропасть Китти. А почему Китти? Почему, не знаю, там не Куки? Да, смешная шутка, я знаю. Здорово, мужик. Вот этот Фредди везде появляется, я не понимаю, что он вообще делает. Ладно, в общем-то, я не знаю, что делает этот Китти. Он будет находиться в твоем офисе. Ты должен слушать звуки мяуканья. Найди и кликни на Китти, в любое место на Китти, в твоем офисе время будет течь. И ты не должен... И время не должно... И время может кончиться, короче. Китти может удалить тебе поинты за каждый... За каждое время ночи. Но мне он что-то не попадался. Я его на 20 минут поставил. Ну ладно, кто еще у нас тут есть? Давай тебя не будем. Adventure Crying Chill. Да не. Давай. Плюштрап, да тоже нет. Давай. А давай, кстати. А хотя не будем. Я хочу сейчас.
сейчас вот... Вот ты, кстати, чё? И ты тоже чё? И ты тоже. Ладно, давай мы поставим... С одной свободой вообще не понимаю, как с ней бороться. VR Freddy, ну, тоже не. Это Glitch Trap. По-моему, это Spring Trap, только белый. Ладно, давайте поставим Security Puppet. Видимо, эти паппеты, они все курят, если они секурити. Да выруби. Алло, выруби вентилятор. Такс, где ты находишься, на кухне? А, нет, не на кухне. Ни в вентиляции, ни в лайт, ни в таск. Да господи, ты чё ж ты меня пугаешь, блин? Меня пугает, когда он планшет отводит. Да давай купим, ты чё? Здорово, мужик. Что-то странно как-то. А, подожди, я еще другие этажи не осматривал. Стоп, что? А, стоп, вот ты. Ярг, how may I be of service? Давай. Давай, 1% к энергии. Я слышу, вот здесь вот музыка. В той комнате вторая марионетка, что ли? Я не знаю, но вот как бы эта марионетка, она вот тут вот находится. Парт-сервис называется комната. Понятия. В общем, я сейчас поставил просто всех персонажей и марионеток. В общем, один будет у нас в этом. Ага, понятно. То есть ты у нас появляешься на камерах. То есть, вот. Короче, там есть одна марионетка, которая находится у нас в Light System. Это Global Marion. А вот, Light Task. Да, отойди. Вот. Да, уйди, да, от меня. Чини вентиляцию. А чё, мне в неё светить нельзя, что ли, или что? А как мне тогда с ней бороться, без понятия. Ладно, ребят, пока что на этом всё. В принципе, здесь ещё много аниматроников, которых мы не проведали. Буду сам себе челленджи делать. Поэтому, ну, возможно, не будет больше серий. В общем, я надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы видели уведомления о новых видео. А с вами был IlyuhaKnell09. Вот эти вот несколько тварей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.